Что Reddit? Не знаю. Первый раз такой ник вижу. Сам. Куда-нибудь надо встать. Украла девчонку из Севы. Теперь... О, тут, кстати, должен быть где-то... А? Нет, этот... штучка такая, где можно фоткаться. Фотобудка. Да. Чё? Тачка есть на прокачку. Что так слышь, да? Она так сует. Так. Что? Блин, я бы села, но я не могу сесть. Дай Вику, не могу. Так для души так. Я хочу найти. Я нашла стол. А, прикол же надо сделать, точно я забыла. Сейчас мы будем делать прикол скоро. Вот. Короче. Пойдем. Может, я хочу сесть куда-нибудь. На шестом окне. Можно купить там? Я не знаю, это раз пускать. Какая-то тусовка у ребят. Серьезно. Так. Если внимательно посмотреть на девушку, то можно увидеть прям сходство понимания своей власти. Но мужчины запомните весь мир. Эта власть пока... Чела. Ну что, Старзвук прыгать будет? Ну давай потом, потом, потом. Мне интересно... Стульчик бы нам найти. В смысле, все про меня-то офигел? Это вообще не про меня, нет. Сейчас мы будем прикол делать. Вообще, хотелось бы, чтобы сделать этот прикол над каким-то рандомным другим человеком, а нет над Евой. Ну, у нас нет другого выбора. Не понял. ЗАГС. О, сколько стоит? Не знаю. Найду я себе тоже парня, сюда приду потом. Как модератор и правая рука. Ну да. Надо сила в ЗАГС. У Евы есть сила, вы не забываем, окей? Я не могу, типа, взять у него из-под носа просто. О, привет, Даша. Привет, привет, привет. Согласие есть. Так, вот стульчик бы нам найти. Блин, я этот стул нигде не найду. Пойдем. Можно я буду свидетелем у Евы на свадьбе? У Евы? А свидетельницей кто будет? Угадаю, ты гуляешь по ТЦ, прихватила случайную девочку с улицы? Нет, я ее родила. У меня не было подруг, мне пришлось одну из них родить. Нет подруг, что делать? Пришлось родить, вот родила себе подругу. А могла бы и парня себе так родить, но не получается пока что. Нет кого.
Ничего себе, шкаф там прошел. Как будто можно еще лучше. Да? Осуждаю. Отсетилась. О, спасибо за фоллоу. Вообще, как тебе? Сумка? Сейчас посмотрим. Милая. Да. Странненькая. Но милая. Марка очень, конечно, берет. Ну там была черная, но я не смогла убежать. Всем нужна моя сумочка. Большая сумочка. У меня есть шопер. Кожзам. Я тоже шопер. У меня шопер, я думаю, что сумка мне тоже нужна. Жизнь меня пойдет. Спасибо за то. Это замечательно. Не, я думаю, надо выше. Блин, да, нам, походу, надо выше. Тут вообще нету нигде скамейки. А? Пойдем. Так, а деньги, когда Зыги свернут, скажи, я не знаю. Мне кажется, они вернут... Что-то. Они мне вернут деньги, только знаете, когда? Это что за фикс? Макарюк, что за сходка? Не знаю. Мне вернут, когда, знаете, когда, типа, к ним возвратится она, тогда, видимо, мне вернут, я не знаю. Может, она в пути, я тоже не знаю. Что это такое? Так она и не уходила по твоему трекеру. И я не знаю, что с ней, где она. Наверх? Заскамили жестко, надеюсь, что нет. Я очень надеюсь, что нет. Это обидно будет. Потому что я ее жду уже, блин, миллион лет. Да. На сайте официально. Спасибо за фоллоу, Никита. Спасибо за фоллоу. Что это? Сейчас. Теперь ты видишь все, что мы стримили. А не так, что ты потом видишь, то, что это было видно. Спасибо большое. Я тоже недавно узнала. Офигеть. Я в шоке. Если не магазин, то на Wildberries все, Пушкина рыбокровы контролируют. Они сейчас безгранично покупают. Нет, я ничего не покупаю, на самом деле. У меня, типа... Ну вот, я купила сумку в феврале, и все. Она до сих пор ко мне не пришла, и я просто без сумки хожу. Вот. В открытых деревеньких, ну да. А можешь чат на экран вывести? Я сейчас вижу чат. А, вам на экране не могу вывести, потому что, типа, мы с телефона все делаем. Привет, счастье. Привет, 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 привет. Где стул? Ура, стул нашли. Прекрасно, спасибо большое. Там тикток снимаю, девчонки. Да,
Ой, наконец-то сели, господи. Она даже не устала стоять, надо как старше положить. Они там снимают косплеерши мелкие. А, да, всегда. Да, здесь все там. На шестом постоянно косплееры какие-то были. Все понятно. Все понятно. Сейчас надо найти кое-что. Блин. Я подсяду? Давай. Сажайся. Такие стрёмные маленькие. Ой, спасибо за фоллоу. Зеркало, ну блин, ну у меня нет зеркала, у меня слишком маленькая сумочка просто. Интересно, а на Красной площади есть какие-нибудь штуки с масленицей? Как будто должно быть. Да? Как будто бы. Ну, я первый раз прощаю. Спасибо, пожалуйста. На ВДНХ и на Арбате. ВДНХ это... Это далеко отсюда. Красная площадь ближе. Красная площадь, по-моему, не постоянно там теряюсь. Ну, частенько, да. Маленькая леди. Я придумала шутку. Какую? Какую? Там потом чай проходит, по-моему. Мне? Я не знаю, поможет ли это мне. Как обычный топ. Да. Тебе стоит поучиться манерам у нее. Чего? Так, наверное, ну не знаю вообще, вот. Было бы прикольно, наверное, показать, что есть типа на Красной площади прикольно для масленицы. И адекватно, в отличие от некоторых. Не нравится, пиздуй так. Ну не нравилось тебе, ну ладно, иди отсюда тогда. Всем не понравишься. Мы пойдем? Поэтому я его любят.
Ну, не люби меня теперь, что? Не люби теперь меня. Давай. Давай. Не люби меня. Что теперь делать? Почему у меня экран такой светлый? Да, освещение плохое. Тоже заметил. Дату. Фотобудку? Нет, настроения нет фотобудки. Жесть тут народу. Что? Людей много, говорю. А я говорила, что смешался поток уже. На 109 грамм, прям что-то там как-то боится. Видела в этом в ТикТоке, что ли, в области. Рилс, что тут есть. Нет, я видела только караоке-будку. Ну да, была там пару раз. Привет, айфоны. Ну, айфонами занимается, да. Айфон хочет подогнать мне, но я что-то отказываюсь. Я просто стесняюсь. Вот прикинь, мы пришли, было мало людей. Мы прошлись, стало так много людей. Да, тут о чём пишешь? У тебя случайно вот это стекло, которое... Да. Шпион. Вечером 8-9 вообще будет. Народом. Шпион. Антишпионская, никто не прочитает, что Даша сидит. Привет, Ева, привет. Я не буду запускать. Я уже пустила Хара писать. Так некрасиво.
Посмотри там на какого-то. Как ваш, ничего. Я стесняюсь общаться с незнакомцами, я так не делаю. Как его зовут? Я уже карман сам верну. Да. Привет и передаю за 20 миллиардов тысяч. Дешевле не делаю. Спасибо большое. Hello, Mir, Manuel, Curtis, Mir. Блин, это парочка, конечно, очень милая. Покажи сальтуху? Да не, я не буду показывать. Оп. Оп. Я реально сальтуху буду делать. Что из Франции? Вообще сейчас еще пока... А нет, пока еще бонжур, пока еще не бонсуа. Сейчас ждем. Все, идем. Пакетику ванили. Ну ладно. Так. По-моему, нам сюда, да? Вроде сюда, да. Да. Куда путь держите? А мы сейчас пойдем на Красную площадь делать обзор на Красную площадь. Ну вдруг там какие-то приколюхи есть на Масленицу. Вот. Спасибо за фоллоу. На стоп полезете? Да нет. Ой, ну там какие-то сообщения. Слушай. На Тверской ВДНХ круто. До ВДНХ нам очень далеко. Мы на ЦДМ сейчас. На улице холодно.
Туда, да. Сейчас я проверю свои навыки. Большой. Ну, если идти против ветра, мы на Красную площадь хотим. Если идти против ветра, то ветер есть. А так? Ну, не особо сильно, но да. Типа волосы сразу фу, фу, вот так. Да, туда. Сейчас поймешь, что. Ты из мультика какого-то? Да, даже знаю, с какого. Мультик какая, привет, мур-мур-мур. Да. Угадали, молодцы. Вот ветер вообще, конечно, пипец. Мы знали. Нет. Ну, молодец. Это тебе дается так долго держаться? Тяжело. Ты привыкла или нет? Нет. Мне кажется, я никогда не привыкну. Просто надо не думать об этом все. Когда ты ничего не делаешь, ни на чем не зациклен, ты просто сидишь, кайфуешь, сразу хочется что-то вот поделать. Вот факт, да. Но я начинаю. У меня начала отпадать сама привычка, знаешь, вот это вот эту смысл. Красивая стримерка и милый чат. Ой, спасибо большое, привет, привет, привет. Почему ты такая красивая? Ну. Спасибо! Хоть кто-то. Ой, спасибо большое. Почему, не знаю. Но зато... Кот ученый. Все ходит по себе кругом, идет направо, опять заводит налево, сказку говорит, там чудеса, там Леша проводит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках стоит невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видение полное, там... Что там дальше? Молодец. Вот, вот такой ветер примерно. Ты просто идешь, не трогаешь волосы и... Какой-то микс про. У меня уже нет сил. Надо было тоже собрать. Блин! Капнуло что-то. На меня плюнул кто-то. Черепашка-ниндзя, походу. Сейчас эх будет. Я надеюсь, что нет. Здесь, пока ветра нет. Давай. Ладно, я штатив. Что это такое? Что это за прядь? Как камера трясется вот так, как будто тут... Я плохой штатив. Штатив, привет. Всем привет, с вами разговаривает штатив дня. Папа, подожди. Все, пойдем. Спасибо большое.
чипи чипи чапа чапа руби руби раба раба та ра ба ба ду ду ба ду ру у у у. Да не могу я умножить свой возраст на 259. Я гуманитарий, какой умножить? Ты угораешь, что ли? Ну, будет, допустим, 8, 1, 5 и 0 еще в конце. Допустим, 5, 1, 8, 0, 5 тысяч. Так, 8, 1, 50, да. Зачем ты мои сказала? Да я так хочу. Даша, форму отстань от меня, Алиса. С2H5OH, что-то такое, не помню. Пофиг. Это химия. Я знаю. Блин, холодно. С2SO4. Да. С2SO4. Именно так. Парни красавы. Ну... Не знаю, да не в моем вкусе какие-то. Сумка-то пришла? Нет, вот именно, что вообще там этот заказ вообще отменили. В итоге он вообще ко мне не едет. И... Грустно, 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 короче. Ой, тиктокер танцует. Кей-поперы. Ну, а смотри. Вот тут очень вкусно черничный брамбл есть. Вот так вот. Оу, май. Ой, что-то снимают. Тоже с камерами ходят. Да ты пьешь, у тебя вчера зрачки, я не сказали. Да? Надо проверить. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за ветер и за дождь. Что? Одного бара. Подкат к Даше. 3, 2, 1. Где? Сколько лет? Кому? Мне? Не знаю, сколько мне лет. 40. Вот ветер, конечно, да. 40. Ой, пойдем сюда. А мы можем сюда поставить, интересно, не узнать? Попробуем. У нас немного нет. Тут, наверное, вот курили во всем. Тебе мне нет, мне не 19. Я старше. Уже? Я уже старуха. Вот это что такое? Она уже на пенсии. Да нет. Я сейчас подумал. Я чувствую себя снеговиком. Через 20 будет мемы с игрой 2048.
Чего? Чё? Через 20 будут мемы с игрой 2048. Я не поняла. Я помню, что Даша делала со снеговиком. Тогда точно снеговик. Даша, укутай горло. Я тоже вот так писала. Правильно. А то кашляет, блин. Тебе давно кашляет? Все, нет меня. Аж все очки запотели. Ты тяжелая такая. Что, давно кашляешь? Нет, только сегодня учился. Ага. Так я вам и поверю, да. На бетоне спит. Да, я на бетоне сплю. Брат, сегодня только пошло это. Отвечал. Только сегодня начала кашлять. До этого вообще никогда не кашляла. Я вообще просто... Я когда болела до Нового года, я там месяц кашляла ходила. И сейчас ходит. О, привет, Лев. О, привет, кинтозавр. Это что, ты? Походу, нам надо уходить. Ой, сюда сигареты тушили. Ну, я это и говорю. Че, так испугалась? Женщина какая-то пришла. Я думала, там закрытое помещение, тут типа ни окон, ни дверей, ничего нету. Просто вот шугается. Кто-то жил, ну походу кто-то жил. Ну я просто сзади, типа, без света, без ничего. Я думала, она просто закрыта. Вообще, да, в унылом есть закрытое здание. Ой, я так поражаюсь вот с этого здания. Какие капители. Смотри. Стала свидетелем. Все, меня тоже сейчас не будет, походу. Это же так красиво. Ну да, прикольненько. Из архитектуры мне нравится 14 век. Ты там был, что ли? Ой, чего ты так происходит? Не знаю. Ну, если... А, нет, я забыла. Мне нравится... Как? Романтизм? Нет, это не романтизм. Сейчас я вспомню. Вытянутые такие здания. Там такие тонкие-тонкие палочки. Ё-моё, там воняет. Походу, кто-то покушал что-то плохое, невкусное. Нам нужен буквально. Ну да, прикольно. Ладно, пока все равно я не понравлюсь тебе, время терять не буду. А ты подойти хотел, что ли? А кому, к Еве? Что там происходит? Ну... Кто-то хотел подойти, походу. Ну, испугались, походу. Наташке зашибись, теперь я Наталья. Уважаемые зрители и гости столицы, добро пожаловать в Монтажный музей оружия. Блин, слышал.
Что люди? Вот. Никого не видят. Ветра бы не было бы, конечно. Ну, нормально. Покупать. Не. Не, Саня, мы не будем этим заниматься. Волыну? Не. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. О, нет, о, нет, о, нет. Стример, походу, тоже. Не знаю. Опять эта стройка поганая, конечно. Давай коллабу со стримером. Не, я боюсь подходить к незнакомым. Готика. Да, готические здания 14 века. Здание с палочкой. Я не говорила высокие. Была в Италии? Нет. Но я бы очень хотела оказаться. Или там, ну, хотя бы во Флоренции, Венеция, не знаю, Милан. Хоть где-нибудь. Что-то перекрыто все. Не знаю. Спасибо за фоллоу. Я хочу в Венецию посмотреть на дворец должен играть сейчас. Была в Саратове? Нет. В Майами тоже нет. Я была максимум в Ёшке. И, не знаю, в Сочи. А я не была в Сочи. Но в Ёшке была. Ева откуда? А родила ее. У меня знакомый Сунника был галерею Уффици на Миланском соборе. Офигеть! Я ему завидую. Блин. А он был внутри? Или только он типа с самим зданием сфоткался и все? Там не знаю, кто поет. Блин, надо было на цветном в галерее, ну, вот это в ТЦ пойти. Я хотела туда пойти, я увидела, там, типа, ТЦ есть. Думала, мы можем туда зайти, но мы пошли далеко. Я там была, я там в Сибири раз там была. Там просто, я сколько, ну, короче, какое-то количество инстаграм. Смотрите, сколько тут людей. Это очень. Слышно, ревизор. Ну да, я. На аватарке ВКонтакте есть. Сейчас я найду его. Походки ВКонтакте. Кажется, если я в следующий раз. Угу, прикольно. Да, на Масленицу, походу, сегодня не попадем, потому что там перекрыто. Не знаю. А может, и знаю. Что дать? А что можешь дать? В смысле, там с лопат людей. Срочно туда. Нет. Ты вообще в Владивостоке? Ты откуда знаешь, что там происходит? Отсюда можно зайти? Мне кажется, что нет. Никто отсюда не заходит.
Пипец. Да, не работает. А жаль. Очень жаль. Там закрыто, да? Да, мы уже поняли. По-моему, сейчас сольемся с кем-то. Гум закрыт? Не знаю. Не можем мы войти ниоткуда вообще. Входа нет. Походу закрыт. Или людей тут полно. Нет, не закрыт. Ну, значит, просто мы не можем войти никак. Открыт хорошо. Хотя бы туда зайдем, а то что. Но у нас просто погода такая, конечно, не очень. Вот. Почему? До сегодняшнего дня была хорошая погода. Не знаю. Тут открыто, по-моему, да? Сейчас давайте подходим сюда. Что происходит? Там какая-то суета. Не знаю. Что-то дайтем? Что мне делать, если я уже с девушкой 2 года, и мне она перестала нравиться, а процесс уже внутри понравился, капец как. И я не знаю. Нет, по-моему, закрыто нельзя быть. Что делать? Поговорить с девушкой, может, у вас надо там разнообразить жизнь, может. Заходите сюда. Даш, какая у тебя мечта? Ой, у меня мечт много, например. Я хочу, чтобы мой заказ Guess наконец-таки пришел ко мне, потому что его уже отменили, а я его ждала. Не знаю, мечта... Не знаю, какая мечта. Мечт много, на самом деле. Хочу жить спокойно жизнью. Хочу, чтобы у меня не было запретов в чатике. Вот. Стань царицей. Если я уже с парнем 2 года, и он... Это то. Много хочешь, много получишь. Ну, это хорошо. Белый дом, новый Арбат. Юлия Шилова, Министерство обороны, китайцы, сталинские высотки и многое-многое другое. Обрати, можно? А тут пройти никак, да? Пройти вообще никак. Ну да, странно. А тут нигде нет ТЦ поблизости? Или только ЦДМ? Пойдем сюда. Постоянно суматоха какая-то. Суматоха какая-то постоянно. Можем пойти, я знаю, есть место недалеко отсюда. Нет. Ну нет, мы туда не пойдем. Это выставка. Я ее пропала. Это выставка была. Вот. Скажи честно, завидуешь ли, какая у нее классная сумочка? Да. Не мой типаж.
До заряди не собирайтесь, мы идем до заряди сейчас, походу. Только там, там опять парк, и дофига людей. Да. И что-то как. Папа и дочка. Мы то типаж встретим когда-нибудь, блин. Не знаю, когда. Не, если просто идти по улице, конечно, можно встретить. А так... Не знаю. Ну, какой у меня типаж? Ну, выше меня был, чтобы, я не знаю. Это минимум, просто быть выше меня. Это разве так сложно? Ну, все. И чтобы ветер мне в лицо не дул. А? Например, воспитанный. Воспитанный. Ну, это тоже, да. Чтоб не харкался, не плевался, где попало. Какой тебе больше нравится стиль в одежде у парней, не знаю? Ну, ну смотри, я в основном в классическом хожу. И если у меня будет пацанчик, который будет ходить только в спортивках, это будет так себе. Поэтому мне нужен, чтобы, ну, повседневный или классический, вот так. Ухи. Подружки парень есть, да. Что, сюда идем? Ну, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Курить, только не сигарету. Я ненавижу запах сигарет, терпеть не могу просто. Ты тоже ненавидишь? Ну, они воняют. Да, из-за этого типа. Выбирать парня как суку, чтобы она хорошо рядом смотрелась, классно. Ну нет, давайте мне теперь гопника, который будет рядом со мной идти, харкаться, плеваться и всех матом обзывать. Да, давай, вот так же намного лучше ведь. Господи, ты себе выбирай парня, как ты хочешь. Я буду, как я хочу. Все. Ваши желания неисполнимы? Что? Чтобы не курил и был выше меня? Это просто, это как прыгнуть. Это прям слишком тяжело. Я верблюд, могу харкнуть, не надо. Контент для Твича будет? Не знаю, тут холодно. Сейчас. Надо найти, куда зайти. С этой стороны мы открыли. Парень в ботинках на платформе? Нет. Не знаю. Подсунула, там, я не знаю, далеко идти. На улице холодно просто. Смотровая площадка есть, да, есть. Можешь идти сходить. Холодно. Можем пойти в тот фудкорт, который мы были. Не сейчас, а уже более просто. Который на улице с фонарьком. Хочу на электробусе покататься. Который ты мне еще советовал, из которого был бармен, который тебя запомнил. А, все, погнали. Там, где черничный брамбл, ты говоришь? Ну все, пойдем отмечать мое восстановление в университете. Надо вечерний стрим будет фонарик не выпускать, как идейка. Мило, но мне кажется, это больше подходит для свидания какого-нибудь, а не просто для
а не просто для человека, который будет стоять один и все. Сколько осталось учиться? Еще 1.5 года. Ну, типа, вот этот год и еще год. А по темным улицам, куда нам идти надо? Пойдем прямо. О нет, только не голубей эти опять. Потом заставят платить. Они еще О, спасибо за холу. А ты сколько предметов завалила, в смысле? Я в университете. Я не заваливала предметы. Там своя причина была. Там не про успеваемость, успеваемость у меня хорошая. Ну, типа, не хухры-мухры. Типа, я там то контрольную лучше всех напишу на курсе, то экзамены все на 5 сдам. Ну, типа, успеваемость хорошая у меня. Там в другом проблема была. Там же много. Да. Блин, люди. Я не выдерживаю такую толпу. У меня голова уже начинает кружиться. А по темным улицам гуляет дождь. Ты беременна? Да. Не видно? 9-й месяц, сейчас рожать буду. Сейчас вот в эту кабинку зайду и рожу. Иди, вот. Не могу, я не могу, я не могу, я не могу. Как-то настроение у меня потерялось куда-то. Да. Короче, чел идет с кофе. Вот так стаканчик кофе держит. Ветер дует, и у него крышка просто пух! Улетает. Мне кажется, он жал просто стаканчик. Я оставила настроение. Не знаю. Ну, просто вот так вот. Сегодня я чуть такая. Может, устала. Может, я не знаю, что на самом деле. Нет, я знаю, что. Но я просто не буду говорить. Вот. Hello, мир. Манила крутит мир. Блин, опять круги делать. Вообще, той же дорогой идет. Ой-ой-ой. Просто пипец тут народу. Я тоже знаю, просто пипец. Ну, тут два варианта. Сейчас мы пройдем эту толпу. Блин, мне кажется, наверное, много людей будет. Ой. Там? Эмма, пацанчик. С такой синей стрижкой. Кто это? Кто это? Кто этот ловелас? Я подкатить могу к нему. Но я не буду. Сделал будет перевод, нам куда?
хотели. Я знаю. Подкатывалка не выросла еще. Ну, я такая-то. Я подкатывать еще пока не умею. Ну, как меня люди бесят. Да пойди скажи, что мне сказать? Что мне сказать? Здравствуйте, у вас прическа прикольная, что ли? Нет, чего? А вдруг он с нами заговорит? И как мы от него отвяжемся? Опасно вообще это дело. Открываем полоску на том яме поднятия настроения. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, мы уже только что поели лапшу. Лапша такая. Да, я тоже. 6 из 10. 6 это максимум, я бы даже 4 поставила. Мили? Да. А? Ты вот хотела бы себе квартиру в центре Москвы? В центре нет. Я как бы сказала. Да. Прям в центре-центре нет, но чуть-чуть. Ну прям, ну не прям тут. Ну, ну почти, ну да. Но не свою квартиру. Ну нет, а может, я не знаю. Нет, да, можно свою и сдавать ее, и на эти деньги уехать куда-нибудь в Милан. Шар. Я бы хотела квартиру в Саратове за 4 миллиона. Бизнес-вумен перед вами, да. Я буду сдавать стримерам, а стримеры... Ну, я только популярных сдавать буду. Просто стримерам не буду, потому что просто стримеры, как я, они нищие. Вот. А я буду популярным сдавать, чтобы они мне платили миллионы. И я буду ездить по Милану. Ну, типа по городам разным. Стримы со своей квартиры. Да. Следить, как говорится. Зачем тебе квартира в Москве под аренду в Москве, если ты можешь продать ее и уехать на поезд в Милан? Не, не хочу я уезжать, я хочу возвращаться в Россию. Я не хочу до конца уехать. Я хочу возвращаться. Еще и рекламу тебе делали. О, мы скоро дойдем. Да. Супер. А визы у тебя есть? Визы? Визы у Лизы. А у меня нету. Пока что. А я не хочу жить в Дубае. Не живи. Это в Дубае. Что-то там. Что-то там. Ну ведь, ну не знаю, мне кажется, прикольно было бы, типа, в каждом месте пожить чуть-чуть, по чуть-чуть. Типа, в Италии я знаю, что там, типа, очень много, ну, типа, у нас хорошо то, что у нас есть госуслуги. Типа, хочешь куда-то, типа, записаться или еще что-то, ты просто заходишь в госуслуги и все делаешь. А в других странах, типа, такого нет. Там нет госуслуг. Там надо, типа, лично приезжать, типа, по почте. Вот как у нас Почта России, вот у них также по почте, типа, приезжают какие-то документы, надо их подписать туда-сюда. Ну, типа, очень долгий процесс такой, неудобный. Вот, поэтому прям жить-жить я, наверное, все же России бы была жить. Вообще, мне кажется, типа, в России просто, ну, самое удобное просто для выживания. Ну, типа, здесь комфорт прям устроен. Посмотрите. Вся эта толпа смотрит на меня.
айтипедии насмотрелась. Ну да, то там все через физпочту. Ничего, работать, лежать на диване. В принципе, хорошая идея. Я с таким стрим-продюсером, режиссером, а ты ведь стримерам приходится очень много времени тратить на подготовку, а так ты им представишь все готово и сможешь даже коллабики подбирать подходящие. Ну, не знаю, это надо потратить очень много времени на стримы. А я вот, я как эта девчонка, которая фоткает что-то, и все. Нас фоткаешь? Нас фоткаешь? Сфоткала? Госуги тащат. Да нет. Язык, менталитет, культура — это все то, что мне знакомо и для меня кажется таким родным. Вот. Россия, любой климат нужно выбрать. Под себя сесть на фигурку, с писающим мальчиком ты можешь в свободное время. Да! Голуби. Какой трек? Интересно. Блин, там людей полно, наверное, будет. Ну ладно, мы пойдем, короче, если там будут, типа, ну, всякие, типа, старики, их можно выгнать. Мы сильнее их, мы молодое поколение, мы можем их выгнать. Если там будут взрослые тети и дяди, мы уходим просто тихо, потому что мы боимся их трогать. Они сильные. Они сильные просто. Что, хромаешь? Нет. Привет, Даша, это твоя девушка рядом? Нет. А жаль. Это девушка моего деда. Дед Дарис. Шок. Твой дед сказал, что это неправда, и его девушка сейчас компот варит. А откуда ты знаешь? Ты что, девушка моего деда? Даша, есть желание перечесть и поедем в Рестик. Подходить все. Что ты, с двумя-то не оправишься, что ли? Давай. Одну, вторую. Что я хотела сказать? Ладно. Все, короче, забей. Пошлить не получилось. Прости меня и весь чат за все плохое. Ой, и ты меня прости. Да я по цене одна, что ли? Да нет, я... Откуда она знает мое имя? Спела по толпу, и у меня в голове теперь просто. Вся эта толпа смотрит на меня. Прикольно. Ну все, мы идем по коктейльчику. Ладно, шучу, нет. По йогурту и спать. Да, прям вот он. Походу она пинс возьмет. Ты пинсы будешь? Мне не помогло. Я прям такая... Я еще долго пыталась понять. Я бы сесть хотела.
Сказать можно посмотреть. Типа есть места тут. Как и тогда? Как в прошлый раз, да. А чего нет? Кстати. Показываю. Черничный брамбл, вот он. Черничный. Очень вкусно. Ну, я пока только тут места вижу. Там везде прям занято. Ну, ладно, посмотрим. Ой, тут какой-то мохито. S'il vous plaît. У меня все хорошо, спасибо вам большое. Да. А что, вы желаете, например? Да нет, мы просто смотрим пока. Серьезно? У вас класс начин. Баста, ама, ама, асла! Вы слышали это? Это песня арабская. Вау, круто. Да? Да. Прекрасно выглядите. Спасибо большое. А вы врач вообще? Я врач, да. Серьезно? Да. Какой? Детский, педиатр. Детский? Заберите меня тогда. Нет. Я тоже ребенок. Я не могу. Я шучу, конечно. Ну, хорошо. Ну, ладно. Пойдем. Как вас зовут? Меня Рина. Рина? Да. Иди работайте. А? Иди работайте. А я учусь. Вы пока учитесь, ну, да? Ну да, я же учусь на врача. Да. Серьезно? Да. Прекрасно. Спасибо. Выглядите умной вообще. А, умной выглядите? Да, вообще. Ой, спасибо большое. Классно. Спасибо большое. Пока. Пока-пока. Детский педиатр. Нет, педиатр, он детский врач, он не может быть детским педиатром. Там было место, но мы туда не сядем. Они потом от нас не отстанут. Не застал и познакомился, реально. Ну, блин, мне кажется, только туда мы можем сесть. Только либо туда, либо туда дальше. Умно выглядите. Да, но он миленький такой, хорошенький. Он хорошенький. Надо было снять очки и сказать, а сейчас мы... Садимся? Да. Ну, нам, наверное, подойдут. Может, туда сядем? Там вроде... А, нет, там не свободно. Только что сел. Кто-то подкатил? Ну, нет, там просто... Здравствуйте. Там просто человек сказал, типа, кем работаете, все такое, это не подкатывал. Вечер на свидание. А мы прям тут сядем? Помочь вам потом. Надо.
Как подругу звать? Ева. Еще одна личность. Арина, детский педиатр. Я не планировала. Я подмигнуть? Ту гараж? Нет. А, ты есть бармен, да? Ты просто... Ты ему понравилась? Нет. Это уже другой. Это уже другой бармен. Такой эрочек. Ну, он такой. Миленький. Да ничего мы не будем, мы, наверное, просто будем сидеть, потому что тепло, тут нет ветра. Учителя, я твоя школьница, разными слухами школа заполнится. После уроков мы сможем увидеться. Так непослушная стала отличница. Я у тебя, Даша, ее жизнь научная. Даша, ты. Какие виды? Какой вид? Нет, мы не сестры. Нет, мы не сестры. Я просто ее родила недавно. Кушать хотите? Мы поели. Мы поели какую-то невкусную лапшу. Да. Я как училка выгляжу. Никогда никого не кадрила, и сейчас я начну, чтобы угорать. No. У меня слишком низкая самооценка, нет, я не смогу. Я не умею. Нет. Этот моложе. Я не умею.
к Севу, я его забаню, чтобы он не видел это. Он не увидит. Потому что ты не можешь стоять перед ним. Нас выгонят. Бурану, значит, я не умею кадрить, ребят. Я не умею, я боюсь. Просто читай чат. Ребят, я стесняюсь. Будет понятно, что это вообще не случайно. Не случайное ранение. Спасибо за пол. Закинь туда, короче. Нет. О, спасибо за пол. Нет. Я бы взял твой телефончик. Но ты же не бармен. Честно, я вообще знакомиться, типа, но я боюсь. Хороший метод познакомиться, просто парня сверлишь взглядом, он сам будет. Может, не надо. Вы выбрали профессию? Еще нет. Может, вам подсказать? Это считается как подкат? Но я типа смотрела на него такая, типа, загадочно. Он уже поплыл весь хорошо. Ты с ним даже... Я вообще-то с ним говорила. Смотрите, какая у него машина. А, у нас... Вы выбрали, что будете заказывать? Я такая, а какая у вас машина? Так, что ли? Мы не видели его реакции. Ой, он чуть в обморок не упал. Знаете, ты столько алкоголь продаешь. Мы хотели взять другое место, но не знаю. Там есть места, если дальше пройдем. Мы прошли. Ну, пойдем тогда дальше. Там нет мест, Йорли. С диванчиками? Первый раз про это слышу. Первый раз слышу про диванчики. Прямо и направо. Ого, пойдете, скажут, у нас нельзя сидеть без заказа. Да нет.
Вот бы Севу позвать, да? Может, ты это хотел сказать? От входа, вот вход. Идем. А мы куда идем сейчас? Ну ладно. Спасибо за фоллоу. Направо. Мы направо пошли. Тут тануки. Stuff only. И дверь. Потом опять направо. Пойдем. А, типа сюда сесть. Ну, можем сюда сесть, да. А рядом с тануки. Я потерялась, где мы рядом с тануки. Вот. Мы просто сядем сюда. Ладно, я с девочкой пошла гулять, хорошая стрима, Даша и Ева. Давай, пока-пока-пока. Знаешь, где лестница в туалет? Вниз? Да ладно, пофиг, мы тут будем сидеть. У вас комфортные девочки, спасибо за фоллоу. С массажным эффектом, бесплатным кофе, у вас ставится Сандерена с ковидки. Да. Там вот этот бар, тут вот эта вот еда, сладости. Мы пошли, там Пимс, повернули направо. Все, тануки, вот. Мы не так... Есть, вчера там сидел. Че ты обманываешь меня? Не сидел ты там. Зарядка заканчивается, кстати. Ко мне. До дома доехал. Как у вас дела, чат? Скажите.
надо сесть напротив тогда. Или я не напротив. Часто. Ишь,
клево, конечно. Все, она ушла. Давай разыграем ее. Как? Как ты хочешь ее разыграть? Она не вернется, вернется, у нее вещи тут. Караоке. Волгарди, привет. Скажи, ты блоху развалила? Нет, я не буду так говорить. Ой, женщина вышла из караоке. Интересно, что она там делала? Что она села на блоку? С таким лицом, что... А я, кстати, не видела, с каким она лицом. Я просто видела, что это была женщина. 52. Кстати, на Твиче я, короче, была, ну, типа, по рекомендациям Твича блуждаю. И там какая-то женщина, Татьяна 52, стримит. Я думаю, крутая тетя. Ну, это прям женщина, прям вот, ну, бабуля. У нее есть внуки. О, привет, аристократ. 52 года, наверное, да. У нее ник такой, типа, Татьяна 52, мне кажется, 52 года. Этажом. Каким этажом? Не обидь мои волосы. Что-то как-то я вообще не могу понять. Иногда они прям очень хорошо лежат. Иногда супер странно. Я не знала об этом. Почему ты не знакомишься? Потому что я стесняюсь. Я не могу. Я не альфа-самчиха. Во мне нет этого. Во мне нет этого нутра, который подкатывает к людям. Что такое сказать привет? Ну, в смысле? А кто мне захочет ответить? Нет, типа, окей, если бы я была там... Крутая чувиха такая, вся такая, вау. Но я же не такая, так что... Нет. Все захотят, да никто не захочет. Спасибо за фоло. Еще никто не за жизнь не ответил на ее привет-привет. О, Азамат, привет. Почему не такая красивая же? Ну, блин. Для кого-то красиво, для кого-то нет. Хороший стримат. Спасибо большое, Донат. Это тебе не ответят, как дела. Ладно. Хороший знак парни, чтобы он не думал, что ты скажешь сразу. А вдруг у него есть девушка, и он такой... Вот это что-то мне... Подмигивать? Фу! Вдруг вот так скажет, что мне делать потом? Я же потом комплексовать буду всю жизнь. Это что? Холодный такой. Какая же ты фантазерка. Фантазер. Ты меня называла. Скажем ему, что он не культурный. Ну, блин. Ну, я не могу. У меня самооценка низкая. Я так не могу. Ты рассматриваешь человека как пару, достаточно просто общаться. Я буду больше, да?
на плаху села. Еще и без шапки. У нее была семья. Ты в курсе? Я убийца. Да. Все именно так. Несмотря на милое личко. Я же говорил. Даша, ты выглядишь как девушка. Я думала, как мужчина выгляжу, а оказывается, как женщина. Ну, девушка. Не верю в дружбу между парнем и девушкой. Почему не верю? Давайте разыграем сценку, будто вы знакомы, и Даша знакомится с Милой. Зачем? Это будет странно, нет? Привет, Кентазар. Кентазавр. Который раз мы сегодня встречаемся с тобой. И как давно? Сегодняшнего утра. Зачем ты сказала? Ну, я не могу так долго скрывать, алло, понимаешь? Сина, привет! Тебе тут кое-кто? Ладно, шучу. Посылайте. Не скидывайте. Обалдеть, можно? Надо будет подойти к нему еще? Нет. Нет. Мне один раз так сказали, а подумал, что... Моему чемодану. Ну вот, Мила. Загадочные истории, о которых невозможно молчать. Нет, это пёк уже. А, там есть пёк. Там есть пёк. Нет, даже на кошках кто-то зашли. Она смотрит, 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 смотрит. Уже минуту смотрит. Без за столом даже не моргает. Я только сейчас видела. Это Наташа, я думаю, зачем нужно яблоко, если есть. Спасибо за фоллоу. В тот чат, а я всегда смотрю по сторонам. Не оставив парня возможности линжануть и сделать тебе псих. Не, не надо. Да мне просто
тот чел, который у нас камеры слишком близко, мы уже набрали. Давай найдем его. Хорошо. Он пришел вот так вот, а потом вот здесь вышел, как вот туда пришел. Опа, привет. Давно же? Даже на домашних стенах по сторонам смотрю, что мало ли что, например, лампу запущена. Привет, Арлан. Да. Я просто забыла, что у меня лампа рядом стояла. Я думаю, прям я прям очень прям у меня сердце тук-тук-тук сделало. Бармена пришли? Не, я боюсь. Ой. Мы сейчас подойдем, он скажет, что-то выбрай, и мы такие, нет, да нет. Мы в десятый раз тебе скажем, что мы просто сидим. Все. Вы соревнуетесь, кто больше нас будет покрывать? Нет. Ну, я лично нет. А Ева, наверное, точно да. Ой, сейчас мужчина стоит перед нами. Сейчас, походу, нам подкатывать начнет. И решается. Напротив стоит просто. И начинает уходить. Уходит. Нет, не уходит. Ну, он такой, моя девушка. Все, конец. И я просто ухожу отсюда и никогда больше сюда не возвращаюсь. А вдруг он скажет? Нет. Первый раз не видишь, понимаешь? Ну, вот так. Мур-мур-мур. Так это все фотошоп. Даже если я напьюсь, я не смогу подкатить кому-то. Ни в коем случае, я не смогу. Все. Ко мне... Нет, лучше сами. Я там потом разберусь. А я сама... Нет, я... Нет. Нет, я... Нет, вообще никак. Ты права, не надо. Я... Вообще никак. Потому что ездить с лизерт-объекта даже почти нет. А мы их съели. Я шучу. Да как ты разберешься, подскажи? Ну, не знаю. Ты начинаешь подкатывать. Не надо. Я еще тут с Софом путем. Я не знакомцу. Вот так вот, стороной. У меня так подружка одна сделала. Чел написал. Ну вот, не чел. Я... Вот я когда говорю «чел», звучит как оскорбление, но я не пытаюсь оскорбить человека. Калфлоу цветочек написал. Пусть тогда его
спросит бармена, моя подруга хочет попросить то, что нравится вам. А нет. Ну, короче, у меня подруга так один раз сказала, типа, одному человеку, типа, блин, вы так понравились моей подруге, она хочет с вами познакомиться. А я стою рядом, и я такая... И эта дура показывает на меня, и я такая... И я такая, правда? И он такой... И ушел. Мне было так неловко, это был просто трэш. Да ладно. Причем этот мальчик мне, ну он действительно мне понравился чуть-чуть. Вот. Ну чуть-чуть, он просто симпатичный был. И она такая, вот моей подруге ты понравился, подойди к ней. И он просто такой. Я чуть со стыда там просто, я вообще, мне так неловко было. Я думаю, вот ты... Козюк. Она хотела как лучше, но не вышло. Это просто... Не надо так делать, пожалуйста. Что там дальше было еще? В каком заведении мы? Ну, это какой-то дубль... Это что за надпись какая-то? Я не читаю на турецком. Ты вроде съела блоку, которую развела Ева, а не прыщи... Ой, смешно. Ты Севу закатила только так. Как будто стеснением. Как чел, я сейчас все оскорблённым. Ну, ладно. Цветочек. Чё? Ник у человека. Сейчас. Калифлавер, и я такая, цветочек. Ну, флавер, цветочек. Да. Или мне послышалось? Молодец, какая подружка, это было разумно. Почти так же делаешь, нет, подруга тебе помочь пыталась. Ева, ты типа иди в туалет, а сама на самом деле пойди и дай инстаграм. Нет, не надо. Как погодка в Бедфином? А если было тепло, мы бы сейчас на улице были. Я вот делаю. По-моему, потом со мной не будут общаться, ребят. Нет. Через сеть легче делать первый шаг. Не знаю. Мне не легче. Нет. Мы помнимся, потому что каждый... Ой, блин, Ван, хара такую дичь писать каждый раз. Не мог шагать, так Дарья Стрельц любила человека, будем называть ее Дарья Скорнящая. Да. Даже когда я был в компании, случайно появилась девушка, мне говорили, ну вот давай общайся с ней. Не называла я. Кто? Абсолютно все документы проверить, заканчивать. Да, уже ничего не будет. Ну ладно. Супер круче.
темные. Я слишком стесняюсь. Он еще подумает, это чё, ты решила меня закадрить, что ли? Фу! Вот так скажет, я же потом просто меня не будет тут на месте, больше меня никогда тут не будет. Я просто вот так. Всё, меня не будет. Чё ты ржешь? Он обернулся, когда такая закадрилась. Да я же его пытаюсь. Взгляд тигрицы, хватка грозная, да. Была, что к вами пришла, я поняла тебя. Ну, я не отварю. Девочка, иду гулять, советик надо. Иди. Конечно, есть человек социальный, все таки будут люди, да. Золотые волосы, да. Ну, нет, вообще освещение такое. Он не успеет ничего не сказать, ты убежишь. А вдруг он скажет такое, что это ты написала? Фу, у тебя такой почерк кривой, фу! И что мне делать? 40 лет кошек заведешь, кучу круто. Кривой кошек сразу отлак. Прописи купить. Ну да. Сонечка, снимаешь? Да, он уже пропи. Что ли? Зато в любой момент, знаете, вот так взял, прилег на эту сумочку. И интересно, а где моя сумочка? Куплю на день рождения, походу. Мне кажется, я только на день рождения ее куплю уже. Поддержка не работает, что ли? Не знаю. Ну, блин, так обидно, блин. Я ждала эту сумку миллион лет, а она вообще, типа, ее нет. Я начну пишет бюро, то знаю, кого будет. Пимс. Холодный напиток? Да. Сама буду виновата. Сумку ищешь. У меня не пашут? В смысле, так у меня их и нету просто. Ну нет. Себе компота забродившего для храбрости. Мяу. Спасибо большое. Но компота, пожалуйста, я потом до дома просто не доеду. Спасибо, конечно, спасибо, но я до дома не доеду, так что нет. Я боюсь, я просто спать лягу прям тут, прям тут усну. Так что, не, я, пожалуй, не буду. Так на новую сумку не сыграешь. Свернет клуб, как обычно. Когда обычно это ни разу не было, еще говорит, как обычно.
на столе танцевала. Реально? Я никогда не ходила в клуб. Он врет. Нет, я серьезно, я никогда в клуб не ходила именно в Москве. Все. Зарядка села. Типа 2 часа же. Знаешь что, давай совсем закончим тому, что у нас. Какому? Который очень хотел поговорить. А зачем? Не знаю. Мне очень интересно, что он будет. Меня настроение просто поднялось сейчас из-за него. Я вспомнила. Ладно. В этом пивсе что-то было. Алкоголь. Бан. Бан. Вот давай ты будешь меня обижать, но хотя бы не на этом стриме. На моем меня обижай. Какие пересветы. Тебе кто-то реально будет пришел? Да. Светы ушли быстро. А ну все светы. Добрые девушки. Привет, Дрисенфилс. Девчонский? Что? Что, Георг? Сумка, подушка. Где вы еще такую найдете? Потому что такая пошутка. Да нет, чуть-чуть. Жива. Мне еще делать эскизы. Че? Мы идем куда-то. Так, проценты есть. 85%. Пока живем. Парнишка понравился. Ну там был один, проходил мимо, такой красивенький. Светенький. Где Ева? Спереди меня. Уже уходите? Ну, по 2 часа каждая постримили. Надо идти. Зачем мы идем туда, я не понимаю. Мы проходим. Мимо идем, да? А, уже уходим уже? Мы пошли к ним, чтобы Ева сказала, что уходим. Я Все, мы, наверное, заканчиваем, потому что вот, типа, я 2 часа, у меня такой на Алике куплю за 100 рублей, продаю за 8к, нормально, да. Все, мы, наверное, уходим. Подписывайтесь ко мне в ТГшку. Можете подписаться ко мне в ТГшечку. В ТГшечку можете подписаться. Вот. Можете в ТГшку подписаться, кстати. Вот. Ну, еще в ТГшку можете подписаться. О, диваны, права. Права?
диванные права. Ну, ладно, мы уже туда не сможем. Ну, мы уже уходим отсюда. Мы и так уходим, так что... Цены. А можно на тележку подписаться? Да. Можешь подписаться на тележку. Вот у нас официант-робот. О, боже, мне его жалко. Это жжет огонь внутри, ты глаза не смотришь, ничего не говори. Хорошо. А, барменчик вот. Ну, мы, конечно, его не закадрили, но мы его запомнили. Ну все, всем спасибо. Всем спасибо, что сегодня погуляли с нами. С нами, блин. Вот. Все, мы пойдем. Всем спасибо большое. Я заканчиваю свое телевидео-радиовещание. Вот. И... Все, всем пока-пока-пока-пока. Пока, мужики.